Міський голова Дніпра проти приватних баскетболістів. Конфлікт навколо культурно-спортивного комплексу «Шинник» має окреме відгалуження. Це віртуальна дуель між Борисом Філатовим і Валерієм Кондратєвим. Президент баскетбольного клубу «Дніпро» був у відпустці, коли вийшов 13-й випуск відеоблога міського голови «Запитай Філатова». У ньому очільник міста кілька разів підкреслив, що у комунальному закладі оселився приватний клуб і звинуватив керівництво у зловживанні бюджетними коштами, за які нібито влаштовані кабінети і бані. Президент клубу неабияк здивований, адже до цього Борис Філатов був щиро захоплений діяльністю клубу, досягненнями команди і порядком у спортивному комплексі. На особистий контакт, каже Валерій Кондратєв, міський голова зараз не йде. Люди, які командують цією баскетбольною командою, така тавтологія вийшла, вони собі там устроили синікуру. Тобто вони отримують фінансування з міського бюджету по двом направленням через КП «Шинник» і через КП «Ігровые види спорту» устроили там себе прекрасні кабінети, бані, спортивні зали, наняли туди частну охрану, завели туди своїх орендаторів. За півгода до цього Голодський голова був тут, своїми глазами все бачив, походив по паркету, походив по вспомогательним поміщенням, залу, був в роздівалках, пройшов по всій інфраструктурі. И был в очень большом недоумении, как можно было это сделать. И восторг у него был естественный. Днепр – это столица украинского баскетбола. И вы являетесь лицом нашего города и действительно подтверждаете своими спортивными достижениями славу нашего города. Это очень важно для города, когда есть такие парни, которые несут знамя не только спорта, не только баскетбола, а фактически знамя города и демонстрируют успехи города. Это очень важно для людей. Поэтому спасибо вам большое за ваш спортивный труд. Хочу отдельно выразить Валерию благодарность. Он реальный энтузиаст. Очень хорошо, что у нас есть в том числе люди, действительно энтузиасты, предприниматели, бизнесмены, которые вкладывают в это не только свои деньги, но в том числе вкладывают и частичку своей души и сердца. После того, услышать от него, что здесь мы понастраивали кабинеты и понастраивали бани, здесь сидим, но вы знаете, это за рамки мужского как-то выходит. Если бы человек позвонил тебе и сказал там, в глаза, Валерий Валерьевич, давайте увидимся, обсудим, что-то здесь не так, что-то так. Этого не было. И я не знаю, как после этого может человек смотреть в глаза. Если здесь одно, он говорит, что здесь все прекрасно, это столица украинского баскетбола. Здесь мы все развиваем, а с другой стороны он рассказывает, будучи здесь, что здесь какие-то бани, какие-то кабинеты и какие-то помещения мы сдаем в аренду. Вот, пожалуйста, мы здесь находимся, может любая инициативная группа болельщиков, фанатов прямо сейчас пройти по зданию, посмотреть, найти здесь бани, повытаскивать оттуда людей, выкидывать арендатора. Пожалуйста, все это есть. Если это получится, то человек в пиджаке, который давал интервью, тогда он прав. Но я уверен, что этого просто быть не может.